Комунікація з бізнесом і громадськістю. Одеські податківці провели зустріч із тими людьми, з якими у них найчастіше виникають проблеми. Під час заходу лунала ціла низка нагальних питань щодо блокування накладних, щодо касових апаратів, щодо власне спілкування з податківцями тощо. В обласному управлінні заявляють, що для вирішення або роз'яснення таких питань і будуть проводити подібні зустрічі щомісяця. Считаю, что встречи эти очень важны, потому что мы снимаем социальное напряжение. Мы делаем позитивный имидж налоговой. Встречи мы будем проводить не реже, чем раз в месяц. И сегодня было предложено каждому участнику, если какие-то критические вопросы, то записываться на личный прием. И будем его решать в оперативном порядке. Нам нужно наладить партнерские, дружественные отношения между представителями бизнеса и налоговой инспекцией, и главное, налоговым управлением. И главное, мы коллеги, мы делаем одну работу, мы наполняем бюджет. Бизнес добровольно, честно платит эти налоги. И хочется, чтобы налоговая была не карательным органом, не силовым органом, а органом, который оказывает услугу, помогает.